Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы начинаем такую программу, в которой будем проводить параллели между металлургией Украины и металлургией Чехии, ну или Евросоюза в общем. Потому что, когда я работал в Украине, мне всегда было интересно узнать, как все-таки происходит процесс в более таких развитых странах, скажем, конкретно я работаю в Чехии. Поэтому мы немножечко приоткроем занавес для тех, кому все-таки эта тема так же интересна, как мне. И начнем мы с самого малого, это со спецодежды. Это тема, которая тоже меня очень беспокоила, поэтому я вам хочу немножечко показать, в чем работают люди в Чехии. Итак, вот в таком шлеме я работаю в Чехии. Шлем фирмы 3M. Он есть с защитным стеклом, вот стекло закрывается, одевается, полностью закрывается лицо. Вот такая тут, видите, подкладочка, прокладочка, которая идет под подбородок, то есть полностью закрывает от попадения каких-то инородных частиц, газа и всего остального. Огромным плюсом этого шлема является то, что в нем встроен фильтр. То есть вот такой вот есть аккумулятор, который вешается на пояс. Сейчас я вам продемонстрирую, как он работает. Тут вы включаете. Слышите, загудел вентилятор внутри шлема. Вот. То есть фильтр, через него проходит воздух и дует непосредственно вам в область рта и носа, тем самым выдувая все вредные включения из-под каски. Шлем действительно очень классный в плане того, что вот эта вот задняя часть отлично защищает шею, верхнюю часть спины от попадения брызг металла либо от падения каких-то частиц. Очень здорово, на самом деле очень удобный шлем, очень мне нравится. Также вот вверху есть крепление под очки Столивара, вы можете одеть, то есть если вам надо смотреть на металл. То есть шлем очень универсальный, очень хороший. Я же вам говорю, вот фильтр, то есть вы постоянно дышите чистым воздухом, у вас как закрытый контур, то есть вы видите фильтр, вот он, да, то есть воздух вот так вот проходит, сюда выдувается, и вы дышите всем свежим, чистым, практически воздух оазиса. Совсем забыл сказать, еще есть такой приятный бонус, что эти шлемы обслуживаются, то есть есть люди, которые, эти шлемы принимают в конце смены и в начале смены тебе выдают. То есть вот у меня сегодня была проблема, у меня получается вот этот кабель, который к аккумулятору подходил, он как-то, был плохой контакт, то есть вентилятор дул то сильнее, то слабее. Я зашел, где сдавал каски, я говорю, плохо работает кабель. Все, я пришел буквально через 8 часов, и у меня полностью, вот видите, абсолютно заменен вот этот весь двигатель, новый абсолютно стоит кабель. То есть, очень хорошо, что это все обслуживаемо. У меня тоже вот недавно потекло стекло, и буквально недавно у меня расплавилось стекло, немного потекло. Получается так, что я смотрел, и мне казалось, что вся земля передо мной получается полукруглая. Я ходил и прям как переступал, знаете, как галлюцинация. А на следующий день пришел, мне заменили стекло, то есть об этом даже не надо говорить. Люди принимают шлем, смотрят все дефекты. И ты забираешь полностью рабочее, полностью функциональное. То есть никто тебе не говорит, что ты хотел? Да ты знаешь, сколько эта запчасть стоит? Да ее только через 9 лет из Германии привезут. Так что работай вот так вот. Нет, здесь такого нет. Пришел, сдал, на следующий день забрал все рабочее. Второй момент, на котором бы мне хотелось бы остановить свое внимание, это комнаты отдыха. Или, как они называются здесь, гигиенические боты. То есть место, куда ты можешь зайти, попить водички, посидеть, отдохнуть и прийти в себя. Я хочу вам сейчас показать, как это выглядит. Вот дверь, через которую мы вошли. Вот шкафчики. Это шкафчики, куда вы можете там положить свой мобильный телефон, ключи, такое. Оно замыкается с кодовым замком. Дальше. Вот пылесос. Это пылесос, которым вы можете там пропылесосить свои вещи. Допустим, если вы запылились, то есть вот выключатель, нажали, слышите, гудит. Пропылесосил. Идем дальше. Вот видите, такая штука. Я сейчас нагнусь ниже. Это валики, которые вам помоют обувь. То есть поступает водичка, валики крутятся, вы сюда наступаете ногами, и получается ваша обувь моется, вы даже не несете дальше туда пыль или грязь на своих ботинках.
и так дальше. Идем дальше. Вот я помыл ножки свои, видите, постоял, все у меня там вымылось. Здесь я протер. Идем дальше. Это, ну, получается, умывальник, жидкое мыло, влажное, ну, вернее, просто обычные сухие салфетки. Здесь мы умываемся, моем руки и идем уже отдыхать непосредственно. Вот комната, где мы сидим. Это непосредственно на печи. Здесь мы отдыхаем, здесь мы сидим. Работает вот кондиционер, причем очень классно холодит, даже сейчас здесь холодно. Это автомат, который готовит, значит, обычная вода, охлажденная, газированная и сильно газированная. Этот автомат готовит сироп. Вот, видите, сейчас мы можем пить малинку. Вот висят стаканчики, набрал и как бы попил. Все супер.